Вот и закончились летние деньки. 1 сентября для всех школьников наступила ответственная пора – начало очередного учебного года. Корреспондент Слоним ТВ посетил торжественную линейку в гимназии номер 1. Отпылало лето жарким зноем, позади счастливейшие дни. И опять, как прежде мы с тобою, в утро ранней осени пришли. Пришел сентябрь, а значит, до свидания, лето. И здравствуй, праздник знаний и отметок. С трепетным волненьем мы встречаем первое родное сентября. Школьный год отсчет вновь начинает, и фанфары в честь его звучат. По уже сложившейся традиции, главными героями праздника стали первоклашки и выпускники учреждения. Началась линейка с торжественного поднятия государственного флага страны. Право поднять государственный флаг Республики Беларусь предоставляется ученице 11 А-класса, победительнице заключительного этапа Республиканской олимпиады по английскому языку Лукашевич Анне и победителю районного этапа Республиканского конкурса «Лидер года 2012» Сашко Александре. Полчаса, и первый звонок нас позовет опять на урок. Двери гимназии вновь распахнутся. Послезавтра учебные будни начнутся. Ну а сегодня праздничный час. С праздником мы поздравляем всех вас! Новые тетрадки, дневничок, карандаши. Перед присутствующими выступила директор гимназии Галина Пайкина. 1 сентября, первое утро осени 2012 года. Оно красивое, замечательное, потому что мы приходим в этот дом для того, чтобы снова идти дорогой знаний. Закончилась летняя пора, пора отдыха, беззаботной жизни, отпусков. Сегодня звонок призовет всех педагогов и детей далее к своему святому делу, постижению нового, к новым знаниям. Я хочу пожелать своим коллегам и всем вам
здоровья, успехов, радости, постижения нового, постижения новых открытий. В добрый путь, гимназия! Напутственные речи произнесли гости линейки. Мы с вами узрастаем, набываем веды, профессии, как быть добрыми громадянами нашей милой, пригожей айчины, имя якой Беларусь. Хай Господь помогает вам на всех ваших непростых земных стяжинах. Бог вам у помощь со святом, с початком нового научального года. Здравствуйте, дорогие ученики, уважаемые преподаватели, родители и гости нашего праздника. Мы рады сегодня снова видеть вас. Во всех школах нашей страны в этот день начинается новый учебный год. И все повторяется. Уроки, перемены, контрольные работы. Но все заботы немножко начнутся позже. Сегодня у вас праздник. Праздник встречи с одноклассниками и учителями после долгих летних каникул. Поздравляю всех с праздником, началом нового учебного года. По многолетней доброй традиции мы сегодня вновь собрались здесь, на этой торжественной линейке, по случаю Дня Знаний. Проходят годы, меняются поколения, но этот праздник оставляет, не сохраняет свой светлый, жизнерадостный смысл. Дорогие ученики, с какими бы вы трудностями ни сталкивались с началом учебного года, помните, что жизнь прекрасна, и эти трудности нужно преодолевать. Первоклассники, вчерашние детсадовцы, приветствовали всех собравшихся. Мы приветствуем всех вас! Посмотрите вы на нас! Мы стояли, долго ждали и обдумывали речь. Уж полречи мы сказали. Уф, гора свалилась с плеч. Открыты двери в детский сад. Он малышам сегодня рад. Но мы уже не малыши учиться. Мы в гимназию пришли. Бежал и я в припрыжку. Боялся опоздать. Едва портфель под мышку успела мама дать. Попрощалась с куклой дома, я пошла учиться в школу. В школе некогда играть, здесь книжки буду я читать. Удивлялась утром мама, когда я вырасти успел. Я сегодня взрослый школьник, а был вчера малыш пострел. Теперь тоже другая наступит у меня. Ой, мама дорогая, какой же взрослый я. Знаешь, тетя ученица, знаешь, дядя ученик, школа будет мной гордиться, хоть пока я не велик. Если с дядей вам не слышно двухметровой высоты, мы подставим вам стремянку, чтобы с вами быть на «ты». Просмотрите сверху вниз и скажите дружно «Чиз!». Если честно, мы устали на линейке здесь стоять. Вроде главное сказали, нужно речи закруглять. А еще я приглашаю вас на праздник выпускной. Пропустить вас обещаю, скажете, что вы со мной. Второклассница Лиза Гукайло подарила ребятам и учителям песню. Встречают,
будущим выпускникам, одиннадцатиклассникам, с напутственной речью обратились родители. Уважаемые ученики, родители, педагоги и гости линейки, от имени родителей 11 класса нам хотелось бы поприветствовать родителей 1 класса и передать вам эстафету в День знаний на последующие годы. Хотелось бы пожелать вам и первоклассникам успехов, здоровья на пути в новую гимназическую жизнь. Хотелось бы поблагодарить всех учителей, которые были с нашими детьми все эти 10 лет, делили с ними и радости, и трудности, и пожелать учителям в новом учебном году большого здоровья, настроения, радости от общения с детьми, взаимопонимания с родителями и, конечно же, творческих педагогических побед. И в завершении предвестник нового учебного года – первый звонок. Первый школьный звонок вновь.